Открытые чемпионаты первенства Анапы по спортивной акробатике «Черноморский шпагат» становятся доброй весенней традицией города-курорта. Для одних спортсменов это возможность состязаться с сильными соперниками. Для других – первый опыт выступления на большом турнире. На этот раз для участия в соревнованиях в Анапу приехало более 200 мальчишек и девчонок. География впечатляет. 15 городов и районов края, а также Республика Адыгея. Спортивная акробатика в нашем регионе сейчас на подъеме. И организаторы сделали все, чтобы чемпионаты первенства прошли на самом высоком уровне. Нам активно помогает администрация города, поэтому мы очень благодарны. 10-я спортивная школа. Очень помогают родители. Прям безмерная благодарность. Также вы видите, что у нас очень хорошо сегодня работают волонтеры. 21 век, серебряный возраст. То есть они видели наши крайние соревнования, впечатлились, удивились, восхитились, сказали, давайте мы вам будем помогать. И мы им очень благодарны. Сейчас Федерация спортивной акробатики решает вопрос о приобретении помоста для ковра и ищет помещение для его установки. Это необходимо для развития вида спорта в Анапе, ведь уже сейчас им занимается более 400 человек, и популярность акробатики постоянно растет. Мне сейчас почти 8 лет, и акробатикой занимаюсь я с 5. Да. Почему именно этот вид спорта? Потому что у меня мама мастер спорта по акробатике. Я как только узнала, что в Анапе есть акробатика, сразу же захотела именно на нее. Спортивная акробатика подразумевает не только индивидуальное мастерство спортсменов. Для выступлений в парах, тройках и группах от каждого требуется умение чувствовать и понимать партнеров. Иногда как? Иногда хорошо, легко найти общий язык. Иногда, естественно, сложно, потому что люди все разные, и не всех сразу можно понять. Сначала нужно подружиться и найти общий язык. Это всегда получается? Да. Украшением чемпионата и первенства Анапы стало показательное выступление команды городской федерации спортивной акробатики совместно с солистом рок-группы Golden Pride. Зрителям представили яркий номер «Россия». Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.